Сейчас я смотрю в лайве комментарии, пока мы с вами говорим. Есть предложение. Значит, я попрошу ребят, которые сидят за пультом, ребят, покажите площадь, потому что вы как-то странно включили компьютер, что почему-то вижу себя. Вот. Покажите всю площадь. Давайте проведем эксперимент. Мое возвращение домой будет зависеть от того, насколько я вам нужен дома. Потому что некоторые телеканалы показывают, что, оказывается, в Бельцах меня никто не ждет. В Бельцах я не нужен бельчанам, не нужен вам. Чтобы прекратить любые спекуляции в стране, давайте вот сейчас в прямом эфире покажем на всю страну. Причем я вас прошу быть искренними и откровенными с самими собой в первую очередь. Ребят, покажите площадь еще раз, вы не ту картину. Ребят, все те, кто поддерживает, кто хотят, чтобы я вернулся домой, кто согласны с тем, чтобы я двигался вперед. Ребят, включите все экраны своих телефонов, могут погасить свет. Все те, кто поддерживает, включите, пожалуйста, свои телефоны, я хочу видеть площадь. Покажите всю площадь, ребят. Ребят, я вас очень люблю. Огромное вам спасибо за эту поддержку. Эти огни, я уверен, что почувствует и увидит вся страна.